Появление одного из крупных банков – немаловажное событие для горожан. Техническое открытие центрального офиса ВТБ-24 в Воскресенске состоялось еще в июле, а торжественное – в конце сентября. У нас в городе, у нас в районе появляется новый современный банк, который в активной фазе реорганизации, и, как мы знаем, до конца этого года он станет у нас одним из крупнейших банков в нашей стране. И, конечно, для нас очень важно, чтобы те новые продукты, которые предлагает банк, они были активно востребованными нашими жителями. Очень приятно, что в Воскресенске появится вот такой флагманский офис, очень красивый. И самое главное, что в этом офисе очень сильная команда. Право перерезать красную ленточку предоставили руководителю администрации района. После официальной части сотрудники банка провели экскурсию для участников церемонии открытия. Полина Романюк, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.